Кать? Сколько можно выпускать эти обновления? Ты, пожалуйста, ты спрашивай не у меня, сколько можно выпускать эти обновления, ты спроси у разработчиков Майнкрафта, сколько можно выпускать эти обновления. Ну я как будто, знаешь, я как будто виноват, то, что не выпускает обновления раз в неделю. Я как будто виноват, ты с меня всегда виноватого делаешь, я ж не виноват. Это успокойся! Почему мы не можем уделить время нашим пандочкам, покупаться с ними, поиграть с лисичкой, пойти туда, пойти сюда? Почему мы ходим в эти обновления? Ну потому что потом подписчики всегда мне пишут в комментариях. Мы же с тобой читаем все комментарии подписчиков. Читаем! Вот, мы читаем. Главное, надо быть подписанным, чтобы читать комментарии подписчиков. Не подписанных подписчиков мы не читаем. Что? Короче, потом подписчики, которые подписаны и не подписаны, пишут в комментариях, что, мол, Эдисон, там вышло новое обновление, почему ты нам не хочешь рассказывать новое про Майнкрафт? Да, я-то хочу всем своим сердцем рассказывать вам новое про Майнкрафт. Ну просто вот эта крокозябра, которая сейчас меня преследует, она всегда начинает плакать, что я не хочу в ад, в аду скучно. А... Ну потому что, блин, уже все, домой висят ад вдоль поперек, уже вот изучили, вот и так, и сюда, и ходили, и туда, и вот это вот все делали, уже, блин, бесит, и невозможно просто. Уже что-то может быть нового? Хорошо, а если я тебе скажу то, что в новом обновлении добавили новое черное золото в аду, и в новом обновлении добавили вот эту лавомерку, которая по воде ходит, она становится фиолетового цвета. Что ты скажешь мне на вот это предложение? Выезжаем в ад. Вот и я. Срочно! Вот, да, и сейчас я иду, подожди, нам подготовиться надо, срочно. Чего подготовиться, зачем? Скоро будем выезжать. Так, все, давай, собрал шмотки свои, собрал все, давай, выходим, быстрее, поезд, последняя электричка, уезжай, давай, быстрее, бац, скорей. О, подожди, я подготовился, надо взять удочку с искаженным грибом, и нужно взять еще одно седло, чтобы я тебе показал что-то фиолетовое. Потом надо взять зелье ночного зрения, потому что я выяснил то, что сейчас в аду может идти снег. Ты гонишь, вот. Давай вот без шуток, хорошо? Хорошо, фиолетовая лавомерка, я еще соглашусь, черное золото, окей, но снег. Кать, дай мне буквально пару минут, я и тебе все покажу, и подписчикам все покажу. Давай, запиндюхивай строкотанцию свою ват и потопали. Все, отлично, лавомерки, ждите меня. Да, подошел. Подожди, Кать! Куда подошел? О! Кожа валяется. Мы с тобой вот это забыли, дуремонтские, мы с тобой золото забыли взять. На нас же будут вот это опять нападать. Чё ты мне не напоминаешь-то никогда, то, что надо золото с собой брать? Кать! Так это самое, ты же сказал, вот это не надо вообще брать больше никогда золото. Ну, это как это я тебе такое никогда не говорил? Каждый раз, когда мы с тобой отправляемся в ад, надо с собой всегда брать золото. А так ты взял? Я с собой не взял золото, откуда у меня золото? У меня нет золота. Так у меня тоже нет золота, что нам делать? Ой, Катя, лови! Спасибо! Катя, лови! Спасибо! Катя, лови! Да ты, может, спасешь меня, нет? Катя, лови! Ты бесишь. Все хорошо, сейчас спасу, подожди секунду. На! Ты где? Я тебя спас. Спасибо. Перед этим ты меня три раза чуть не угробил. О, опыт! Наша с тобой первая задача это найти лавомерок, а уже потом я тебе покажу, что они могут и как они могут стать фиолетовыми. Главное аккуратно, не подходи вот туда к крепости. А, вот они, кстати, давай забудем. Ну вообще-то их зовут стикеры, начнем с этого. Стикеры, точно, мы им же сами дали прозвище пару серий назад, стикеры, а не лавомерки. Как их много. Да, так, короче, надо одного приманить вот сюда. Я беру вот эту удочку с грибом и сейчас надо, чтобы хотя бы... Да я даже к лаве не прикоснулся! Давай. Сюда, стикер, давай! Он не увидит. О, увидел. Давай. Да какой топает! Дуй на меня, а то я горю! Так ты потушись сам, что мне на тебя дуть-то? Покушай что-нибудь. Я надену на него седло. Вот так. Сяду на него. И сейчас, мало того, то, что он начал ходить, ну, намного быстрее, ну, по сравнению, как он ходил раньше. Смотри, Катя. Если он прям летает. Ну вот, если я с ним выйду на сушу, он станет фиолетовым.
Это значит, что ему плохо. Ну да, кстати, учитывая то, что вот эти стикеры любят лаву, в лаве они красные. Когда они выходят на сушу, это значит, что он как будто бледнеет и становится фиолетовым. Ему плохо. А если он обратно пойдет в лаву, он опять становится красным. Ну, короче, вот и это я тебе хотел показать просто, что он становится фиолетовым. Вот, вот, в принципе. Не, ну это круто, конечно, что он становится фиолетовым. Но мне кажется, что ему как будто не хватает лаворода. Ну, типа, как кислорода, только лаворода. Ну, ты посмотри даже на его мордочку. Он когда вне лавы, он такой грустный. Давай отпустим его уже и поем. Да, у него такая прям харя такая. Ну, все, малыш, давай, иди в лаву, стикер. Иди в лаву. Все, давай, вали. Вали, давай. Ну, ты же фиолетовый, тебя сейчас тошнит из-за нехватки лаворода. Блин, он, конечно, очень красивый фиолетовый, но ему очень грустно, поэтому давай. Не терзай наши души, уходи! Да ехать, баба, иди в лаву, пожалуйста, вот туда, вот туда иди и все, вот так. Ладно, если ты не хочешь идти в лаву, лава придет к тебе. Вот так вот, понял? Все, пошли, Кать, нам с тобой нужно найти еще новый биом, который добавили, там, где идет снег. Пошли. И снежок, а у нас в Новосибирске снег уже растаял, поэтому я буду рада снежку. Ай, Кать, да почему ты не сказала то, что надо золотое-то взять? Ну ты предупреждай, пожалуйста, ну заранее. Да блин, это я бы вспомнила еще, я бы, конечно же, сказала. Так я ж нифига не знаю, не умею. Ай, аккуратно, я чуть в лаву не упал, пока бежал на F5. Тут еще один вот этот. Подожглась. Да отстаньте вы от Никоти, жопика, пожалуйста. Сколько там можно, ну не взяли мы сегодня что-то золотое, ну отстаньте. Все? Отбились? А мы как-то так хорошо отбились, то что случайным образом прибежали как раз-таки в новый биом. Вау, он какой красивый. С этого момента вот эти магма-кубы, они будут спавниться только вот в этом биоме. В других адских биомах их не будет, только вот здесь. Они опасные? Ну, как бы да, они тебя атакуют. А, кстати, я тебе не рассказывал то, что с помощью вот этих магма-кубов можно скрафтить себе зелье, с помощью которого можно плавать в лаве и не получать урон, а? А вот давай сейчас без шуток и без троллинга, да, в смысле плавать в лаве. Ну вот реально, сейчас я их убью, они мне выкинут вот это, где оно. Подожди, с них пока что ничего еще не выпало. С них выпадает вот сгусток магмы, и с помощью вот этого сгустка магмы можно скрафтить огнеупорное какое-то зелье и просто плавать в лаве. Я тебе еще раз говорю, давай, вот ты не шути надо мной, пойдем снежок смотреть, пойдем новый биом смотреть, давай, пойдем. Я тебе скрафчу это зелье и сам тебя столкну в лаву, чтобы ты посмотрела, что реально можно плавать в лаве. Хорошо, я верю тебе, можно плавать в лаве, пойдем дальше. Короче, я тебе говорил про... Ты... Не, ну посмотри, как круто! Мало того, то, что весь биом черный, и здесь как раз-таки можно найти то самое черное золото. Посмотри, здесь реально какой-то вулканический снежок идет. Мне здесь очень нравится. Вот здесь я готова жить даже. Уйди от меня, кубик, рубик. Фу, фу, нельзя. Фу, фу, говорю. Она меня не хочет, лонить. Но это еще не все. Смотри, Катюх, смотри. И сейчас приготовься кричать. Вот сейчас... Вот сейчас настоящий снег идет. Зелем ночного зрения. Ты посмотри, как здесь круто. Да это реально прям что-то кардинально новое. Мне прям очень нравится. Мы как будто попали куда-то в Антарктиду, и здесь все такое замерзшее, но нет, это ад. То есть здесь все должно быть красное, такое мрачное, но выглядит оно примерно как-то вот так. Да вы от меня отстанете или нет, вот эти магмасопли! Все, переезжаем сюда. Кстати, да, я не против, когда выйдет, конечно же, новая версия Minecraft 1.16, это пока что только пробные версии. Давай дачу себе сделаем, дачу себе сделаем. Дачу в аду?! Да, будем приходить сюда сажать там помидоры и огурцы. В аду помидоры и огурцы? Ну да, здесь климат-то получше будет. Будет горячо, нормально. Ну, кстати, да, солнышко. Горячо, наверное, все должно расти. Прям тоже грунт хороший, породистый, черный такой. Подожди, да, ядреный пень, как вы меня заколебали. Ну, в этом биоме единственная проблема краски будет заключаться вот в этих соплях. Их тут нереальное количество. Да, их убить, блин, еще так трудно. У меня уже 5 всё? Вот этих сгустков магмы. Вот какие. У меня 8. В следующей серии мы с тобой поплаваем в лаве. Я не верю себе, ну ладно. Так, подожди, я не поняла.
А где черное золото, а? Или ты меня опять обманываешь? Я тебя никогда не обманываю, оно где-то должно быть здесь. Но подожди, перед тем, как мы найдем черное золото, если мы, конечно, его найдем, вот этот блок черный, это как в обычном мире камень, но только в аду он называется черный камень. То есть с него можно также крафтить вот какие-то другие блоки. Вот смотри, полированный черный камень. Просто представь на секунду, как круто будут выглядеть вот эти камни в обычном мире. То есть это прям нереально какое-то украшение будет, а? Слушай, так давай что-нибудь построим из этого камня у нас в городе. Это же можно что-нибудь крутое вот построить. Например, это крутое, ну, что-нибудь крутое. Можно плавильню сделать, кузницу какую-то, можно какой-то храм, можно... Реально, можно много всего... Давай! Чёрного построить! Чёрный блок в Майнкрафте, который реально круто выглядит! С него лестницы можно делать, с него заборы можно делать, с него полублоки можно делать, мамину маму можно делать, короче, много всего можно делать. Вот вообще прям шикарно, шикарно. Я за кузницу, я за чёрную кузницу. Кать... Шо-шо-шо-шо, черное золото? Черное золото мы с тобой нашли. Ты посмотри, сколько его здесь! А, так это вот оно? Ну, в обычном красном биоме адском есть красное золото, а здесь черное золото. Я-то думала, оно будет, ну, как золото, только черного цвета. Это как золото, только черного цвета, вот перед тобой. Ну так оно же вот золотое по итогу получается. Ну выглядит оно как черное золото черного цвета, золотое, только черное. Нет, оно золотого цвета, оно не черное. Я думала, оно будет черного цвета. Оно черного цвета, ты что, дальтоник, посмотри, оно черного цвета. Ну, оно золотого в черном, но когда ты его ломаешь, оно получается золотым. Да потому что золотое золото же выглядит как золото, а по сути оно изначально выглядит как черное. Нет. Ты не прав. Все, давай мы с тобой просто забудем про этот разговор. Ну, то есть в аду уже золото больше, чем в обычном мире, чтобы вы все понимали, и ты, Катя, тоже понимала. Так это же мне можно вообще каждый день на прогулки в ад ходить и золото собирать. Да я Да еще один сральник золотой можно построить. Кстати, да, можно черный золотой сральник. Да нет, он не будет черный. Ты видишь то, что золотого цвета золото, оно не черное. Я думаю, оно будет черного цвета, только это будет золото. А если поставить просто руду вот эту, то из этой черной руды можно сделать черный сральник. Понимаешь? А, ну так ты и говори тогда, из черной руды золотого золота можно построить, да, золотой черно-рудской сральник. Да, именно черного руды золотого черного золота, сральный черный золотой с черный. Сральное золото. Блин, ну все, мне здесь нравится. Ой, а в начале серии разработчики Майнкрафта, сколько можно выпускать вот эти обновления? Сейчас мы сюда пришли, и здесь снежка выпадает больше, чем в Новосибирске. Ну тут красота просто, конь! Не соглашусь, что в Новосибирске меньше снега, чем здесь. Ну ты согласись, что здесь красивее, чем в Новосибирске. Отлично просто. Да, в заду красивее, чем в Новосибирске. Ну, Кать, мне здесь нравится, я хочу сюда приходить каждую серию. Давай здесь построим секретную базу. И будем... Здесь, короче, сделаем ферму по добыче золота. На нас будут работать эти хоглины, гоблины, доблины, дебильные. Вот. Мы будем приходить, они нам будут выкидывать золото. Мы такие... Все сделано, все схвачено, за все заплачено. Такие хоп. Потом к нам возвращаемся. Там, короче, строим еще. И вот мы обогатимся. Да. А в еще, когда будут выходить новые обновления... Пошли обратно. Будут же выходить еще новые обновления. В новых обновлениях добавят деревни для этих хоглинов, гоблинов, дебильдинов. Вот. То есть мы можем захватывать потом их деревни и реально сделать себе ферму золота в аду, а? Ферма адского золота. Черного адского золота. Да, оно золотое! Ну изначально же оно черное, как выглядит, потом оно золотое! Да, оно даже изначально тоже золотым выглядит. Все, пойдем. Ребята, ну шо ж вы такие-то? Ну, я одна, вас много, вы еще и размножаетесь, как не в себя, ребята, помоги! Они меня столкнули! Кать, ну их же так просто убивать, ну выбирайся давай. Их, да, конечно, много здесь, нереальное количество, но ничего, я с помощью вас крафчу зелье, с помощью которого можно в лаве плавать, я докажу Кате, что можно в лаве плавать, да, Катя? Тебе, походу, это просто приснилось, сейчас ты в это очень сильно веришь. Господи, ладно, я тебе докажу. Прямо сейчас тебе докажу. Пошли домой, давай, пошли. Пойдем, давай. Пошли домой. Пойдем.
так, ну это невозможно. Я не знаю, что ты хочешь сейчас сделать, что ты хочешь кому доказать. Какую-нибудь кроличью лапку смешаешь с кусочком золота, потом добавишь туда пороха, у тебя получится что-то, типа что это можно выпить, можно потом поплавать в лаве. Ты заткнешься уже или нет? Я просто сейчас крафчу зелье и просто тебе сейчас покажу, как можно плавать в лаве. Все. Хорошо, давай крафти зелье, мы посмотрим, как можно плавать в лаве. И просто сюда добавляем сгусток вот этой магмы, ждем буквально секунд 20, и я тебе покажу, как я подмышки в лаве буду мыть вместо воды. Сейчас я тебе все покажу. Это тоже, да, обновление, да, получается новое? Это с самого начала Майнкрафта было, Кать, огнеупорное или там огнестойкое зелье, как оно там называется, сейчас все покажу. Понятно, поэтому, да, у нас уже 100 с лишним серий вышло, а ты мне до сих пор про это не рассказал. Вот! На! Вот оно! Вот! Зелье огнестойкости. Ну хорошо, и что теперь? Пошли! Пошли! Ты в мусорку пошел? Да, я в мусорку пошел. Только там мистер Хэппер, вот это мистер Хэппер надо убить, чтобы он здесь опять все ничего не взорвал. А так, вот, все! И вот так, я тебе специально снимаю броньку, смотри. Все! Я не получаю урон, я просто купаюсь, я просто моюсь. Притащишь огонь? Ты просто горишь! Я горю, но я не умираю, я просто стою. Ну-ка, вылези из мусорки быстро. Вот. Вылези из мусорки! Вот, все. Да ладно. Ну давай, давай, запендюхивайся. Ну! Я не горю. Ну ты горишь, но ты не умираешь. Так а чё ж ты мне сразу-то не рассказал про это? Мы бы столько раз... Да если бы я знала, я бы в шахту ходила, только с этим зельем бы. Ну, рано или поздно ты все узнаешь о Майнкрафте. Ну, 100 какая-то там серия, ну да, я тебе только сейчас рассказал. Ну ты нубососина, то что сама про это не знала, еще и не верит мне. Так откуда я могу знать? Даже подписчики такое в комментариях не писали ни разу, я не видела. А зачем такое писать подписчикам в комментариях, если это знает самый нищий нубосос в Майнкрафте? А даже ты не знаешь, что можно плавать в лаве. Ой, все, спасибо, до свидания. Было приятно с вами пообщаться. Спокойной ночи. Ты обиделась? Да. Не обижайся. Нет. Пожалуйста. Нет. Ну не обижайся. Обижаюсь. Ну пожалуйста. Нет. А если все на канал подпишутся, тогда ты не будешь обижаться? Ну, если только все подпишутся, тогда не буду. Ой, ты муси-пуси, какая жопа обидливая. Ой, обижается на все подряд. Ой, такая... Я тебя сейчас это самое, вот это вот как-нибудь, вот это самое.